Всем привет, дорогие друзья! Нахожусь я на данный момент в городе славном Новокузнецке. Выгрузился на последней точке, сейчас жду документы на возвраты. И не буду сортовать, было сегодня 4 точки. Немного, нормально. Выгрузился, в принципе, быстро. Время час, начали в 9 примерно выгружаться. Выгружался, первая точка была на Ильинке, то есть далеко. Вот. Вчера в процессе движения в Новокузнецк встретил Эдуарда. Эдуарда с канала N500 или H500. Ездит парень на Хине, на 500-й. Привет тебе еще раз. Что ты как-то там добрался, не добрался до этого, до Кемерово? Нормально у тебя все, нет? Вот, постояли с ним, чай попили, остановились. Причем так интересно получилось, что я его когда обгонял, после города уже, после Новосибирска, его обгонял. Вот. Я еду, думаю, он не он. Короче, ехал, гадал, терзали мутные сомнения, а потом уже он догонял меня по рации, спрашивает, типа, так и так, где, говорит, как лучше, говорит, на Кемерово уйти? Говорю, ну так-то уйти через этот, через промышленную проскакивать. А у тебя, говорит, нет канала? Я говорю, есть. Тут, а это, говорит, это, я, говорит, тебя смотрю, говорю, а у тебя тоже канал тут? Да, у меня тоже, короче, разговаривали с ним, нормальный парень вот такой вот. Вот, говорю, чай посидели, попили, разъехались вчера. Ну, так что, Эдик, тебе привет. Будешь в наших краях, пиши, звони, встретимся, посидим, почирикаем еще. Вот. Хотелось бы что поговорить, на какую тему. Некоторые вопросы, которые меня мучают, как бы, вы задаете. Один из таких моментов, что редко видео выходит. Ну, ребят, поймите правильно, я езжу сейчас по огородам. Особо снимать тут нечего. Дорога она однообразная. Я еще за сутки туда-обратно оборачиваюсь, а то еще и загрузиться на разворот успеваю. Поэтому как-то особо тут не наснимаешь таких каких-то моментов. Аварии снимать я не хочу. То есть, ну, там, неэтично я считаю, что как-то, ну, красиво там, еще что-то. Ну, дорога, природа, она вот она вся, она везде одинаковая почти. Всю дорогу, все окрестности я уже, по-моему, вам показал, какие у нас здесь окрестности. Вот. Что касается времени, то есть бывает иногда просто, что не хватает времени смонтировать, то есть материалы вроде наснимаю, смонтировать, сидеть, это, как бы, ну, тоже не всегда есть время. Иногда приезжаешь с рейса, там, с двух рейсов, охота дома посидеть, отдохнуть, лечь поспать пораньше, там, с детьми поиграть, ходить там на тренировки, еще что-то посмотреть, как они занимаются, то есть как бы побыть с семьей. Машиной надо позаниматься, там на погрузке тоже как бы время есть, стараюсь машину протереть, там фары, не фары, стекла, не стекла, то есть как бы, то есть тоже не всегда есть на это время, поэтому уж тут прошу меня простить в данном моменте, буду стараться как бы чаще выкладывать. Мерседес тоже сейчас сделал, фу-фу-фу, зараза, не ломается, ничего с ним не происходит, ездит пока, радует. Ну, сейчас скоро надо будет менять свечи накала. Я думаю, что уже, наверное, на этой неделе буду менять свечи. Погоню на станцию, сам я не полезу туда. Пускай они вскрывают, выдергивают их, потому что там и пастой надо специально мазать, керамической, чтобы они не прикипали. То есть, как бы, по Мерседесу скоро, я думаю, будет пару видосиков, или хотя бы один видосик точно. Попрошу у них, чтобы снимать разрешение. Я думаю, они не откажут. Все, все счастливо. Да. Ну вот, документы готовы. Будем продавать. Вот. Что касается, ребят, такого момента, тут был комментарий один негативный в сторону машины моей, в сторону отзыва, скажем так, обзора моей машины. Что вот ведро там у меня, корыто. Ребят, ну это мое корыто, я на нем работаю, оно мне приносит деньги. Вы там можете хоть на лесопеде кататься, заморачиваться, там ездить, деньги зарабатывать. Это сугубо ваша сексуальная жизнь, как говорят. А это моя сексуальная жизнь. Как, на чем хочу, я на том и езжу. Какая есть машина, такая и есть. Меня устраивает, что она мне приносит деньги. Внешний вид, ну да, я не спорю, что, ну, плохо она выглядит, некрасиво там. Где-то что-то там шоркнуто, ржавое, не ржавое, как бы. Но эта машина, это рабочая машина. Это машине, я не знаю, этой машине как мне лет. То есть 20,
сколько получается, 93-го года, 25 лет, грубо говоря. 25 лет, мне 30 лет, я и то выгляжу хуже этой машины, скажем так. Поэтому, ну, не надо судить по внешнему виду, надо судить по ее техсостоянию. Состояние у нее хорошее, резина вся новая стоит, нормальная. Там тормоза работают, все работает, все как надо, никаких проблем у меня нету с машиной. А там сидеть кричать, что вот, да, ведро там, корыто. Да ну, ребят, ну, я рад, что вы работаете там на новых машинах, не на новых машинах, что они вам достались там неушатанные. Поймите, на этой машине я проехал всю Россию на ней. Вот так вот, если честно сказать. Я не буду пиздеть, я говорю, я проехал всю Россию. В Сочи был, в Крыму только не был на ней. В Сочи был, Москва, Питер, Хабаровск самая дальняя точка. Ну да, на северах не был там. Якутия, как бы, отбросим их. Потому что я считаю, что туда... Есть ребята, кому работать, пускай они как бы ездят, я не хочу забирать их хлеб. Они там приработаны, у них есть свои ставки, зачем я буду туда влазить, грубо говоря, сбивать ставки и еще что-то. Я не считаю это нужно. Мне и здесь хватает работы по местности, работы, кататься, мотаться. Вот, поэтому, ну, не надо там кричать, что вот ведро, не ведро. Ну, мне вообще похеру. Я, понимаете, я отстыл к этой теме. Там, если пытаетесь меня на что-то, на злость на какую-то развести, не разведете. Я говорю, у меня в свое время была колдина турбовая. Она была самодельная, самопальная, свапнутая. То есть она была в 195-м кузове. О, она была ВДОвая, она была на механике изначально. Я ее забирал, она не заводилась. Была проблема с электрикой, мотор масло жрал. Она была вся в шпакле, эта машина. Вот. Я ее забрал. То есть я ее брал под конкретный проект, что я сделаю с нее корчелыгу. Получается, приехал на базу, сделал проводку, перемотал провода, машина запустилась, мотор заработал. Она меня там провозила какое-то время, я не помню сколько, месяц. Месяц, по-моему, я проездил с таким мотором. Вот. Потом мотор поменяли, поставили туда турбовый колдиновский мотор со свежей 215-й колдины. Ездил я, менял, потом, что потом? Потом кузов сделал полностью, было красиво все. Вконтакте, если хотите, посмотреть, у меня фотки есть там, колдины этой. И в один прекрасный момент пришлось ее продать. И я такой хуйни наслушался там в комментариях, в этих вопросах мне задавали на дроме, что ну просто пиздец. Зачем мне это писать? Я и так знаю все ее косяки, что она была, в принципе-то, она была в неплохом состоянии. Все сделано было, нигде не стучало, ничего не сопливило, мотор был контрактный, стоял. Мотор я тогда уже откапиталил. Зачем мне это писать? Зачем мне вот этот негатив? У вас есть негатив какой-то? Ну, выплескивайте там, я не знаю, на семье на своей, если хотите. На жене там, на дочери, на друге там, на братья. Это ваши проблемы. Зачем мне вот этот ваш негатив? Слушай, какая там... Я сам знаю за свою машину, какая она у меня. Стал просто это в комментариях уже там расписывать. Не люблю, честно, там писать большие такие опусы на 3 страницы. Не люблю я их. Проще взять, позвонить, там, сказать. Вообще последнее время. Блин, писать стал. Так что как-то так вот, ребята, живем. Ну, а я все, сейчас уезжаю уже. Двигаюсь потихонечку. Движуха медленно идет. Уезжаю. Скоро буду дома сегодня. Будет хоккей. Играет Динамо с Минске. Будем болеть за него. Себе. За команду, за нашу родненькую. Надеется, она победит. Ну, в общем, как-то так вот. Как-то так вот. Всем, парни, удачи на дорогах. Не теряйте. Айда, ребят, забыл сказать, напомню. Ссылку на Эдика-канал я оставлю в описании. Также не забывайте, что в описании ссылка на мой контакт. Добавляйтесь, друзья.